Всем привет! А сегодня у меня Лена. Это улица Сезам. Это из серии 1. Тут 1000 деталей. И из фигурок Эмма, Оскар, Варкун, Ганс, Эрни и Кот. Потом вот и настоящие Сезам. Очень интересные и передачи, и ссылка в описании. Вот там на коробку, но я только уже справилась. У меня не сборка, а я просто буду рассказывать, что это такое и стоит ли это того. Так, я начну с редких деталей. Из редких деталей для меня, мне кажется, это самая редкая деталька Лего. Вот такая вот фигурка. Я точно не уверен, если это не самая редкая. Но если вы знаете что-то еще реже, то пишите ответ в комментариях. Редкие детали включают и это. Сами детали не редкие, но надписи достаточно редкие. Но мишка тоже редкая. И ролики, которые я увидел впервые. Но еще в это входит книжка, и она открывает вот что в ней написано. Вот что в ней написано. Ну вот это вот новая уточка и телефон. Но и еще тут много редких деталей. Но тут есть очень много мелких деталей и не особо заметных, но которые ну даже и не нужны, но они тут есть. К примеру, газеты для украшения. Ну а еще тут очень много всяких картинок, тех из улицы Сезам, у которых тут нету. К примеру, Гровер. Не помню, как зовут. Дракула. Ну, и вот такая еще рекламочка. И вот это. Ну а поскольку мы пытаемся и разобраться, стоит ли он того, ну, о персонажах, да. Эрни, Влас, Оскар, Ворчун, и как тут без Элма, ну и Коржик обязательно, и Большую Птицу тоже не забываем. Так, мы собрались о сборке, мне не собирать его было интересно. Да, но я его в 9 лет спокойно сам и собрал, так что это что-то тут не то. Еще в этих домах есть внутренность. Один двухэтажный большой и второй кожа контора двухэтажный, но поменьше. Например, вот тут есть телефон, полочка, зайчик, вот, и кровать. Ну, всего хватает. На втором этаже у Эрни и Власа из той смешной серии как раз эти же две кровати. Их, ну, картинка. Динозаврик. Это я поставил, а вот это, ну, тут и должно быть. Это я, ну, даже и не знаю, что. И пишите в комментариях, что это такое. А то я немножко не знаю. Еще тут есть та самая книжка. Кресло, которое я не видел. И ванна. Ну, которую я тоже не знаю. Потом красивый и раздвижной балкончик. Раздвижной, я имею в виду, это можно сделать вот так и вот так. Еще тут есть маленькая кафешечка, один столик, один стульчик. И потом полукафе, полумагазин. Место продавца. Магазинчик, где есть арахисы и какие-то сок и какие-то сезамские штучки-дрючки. Потом кофемашина. Ну и все. Фонарик Сезам Стрит. Эти двери открываются. Точнее, в другую сторону, что очень неудобно. Думаю, Коржик. Ему, конечно, ничего не надо, кроме печенек и телевизора, что у него есть. У него есть телевизор, кассеты, две, одна уже там стоит, одна тут.
Ну и, конечно же, печеньки. Картинка и все. Ему больше ничего не надо. Еще летучая мышка. И еще 30 сентября 2021 года на моем канале выйдет мультик, который, ну, фильм, на который не будет сниматься на показе, и тоже, ну, будет интересно. И тоже тут есть много чего снять на показе. К примеру, можете про монстра печенька, это тоже. Но тут очень много разных историй, и как раз внутри домов, к примеру, и на втором этаже, можно снять ту историю, где Влас и Энри ложатся спать. Всем пока!